Начнем выпуск с новости о повышении тарифов ЖКХ. В Бурятии в 2018 году они увеличатся еще на 3,5%. Соответствующее распоряжение уже подписал Дмитрий Медведев. Напомним, что с 1 июля этого года выросли тарифы на холодную и горячую воду. Плата за тепло осталась без изменений, а тариф на электричество и вовсе был снижен. Впрочем, недавно стало известно, что плата за тепло все же поднимется в следующем году. Как отмечает Байкал Дейли, таким образом ТГК-14 компенсирует несобранные 200 миллионов рублей. Продолжаем. Бурятия стала лидером по возбуждению уголовных дел по 261 статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений». Глава республики Алексей Цыденов подвел итоги пожароопасного сезона на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. С начала 2017 года сотрудниками МЧС России, Агентства лесного хозяйства, МВД по республике Бурятия и в рамках соблюдения лесного законодательства проведено более 18,5 тысяч охранных мероприятий. К административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности привлечено 2200 лиц. Сумма административных штрафов составила более 8 миллионов рублей. Всего в Бурятии за этот сезон было 827 лесных пожаров, и больше половины из них потушили в первые сутки. Кроме того, в рамках заседания обсудили необходимость сформировать на 2018 год сводный план по тушению пожаров и уже сейчас готовиться к полномасштабному выполнению противопожарных мероприятий.